где Котофей? Котофей все время с нами. Отлично. Ребят, всем привет. Сегодня у нас вторая серия печальки. И, как вы знаете, по прошлой серии она немножечко не завелась. Прямо у Ледового дворца. Пришлось ее, так сказать, бустером заводить. Но все равно с нами Котофей. Который тащил бустер до Ледового дворца. Сегодня с нами Саня. У печальки выяснилась некоторая печальная неисправность. Дело в том, что в этом автомобиле абсолютно начисто напрочь отсутствует электрика. То есть не работает ничего. Абсолютно. Все, что плохо начинается, кончается еще хуже. Мне кажется, это было лишнее. Поэтому очень быстро садится аккумулятор. Мы сейчас проверили зарядку, генератор заряжает, но все равно, короче, аккумулятор очень быстро садится. Сейчас будем смотреть на проводку и вообще, что нам подарили прошлые хозяева этого автомобиля. И будем понимать, что дальше предпринимать по электрике. Так, короче, значит, тут огромное количество колхозов, с которым каким-то образом придется бороться. Почему может не заряжаться аккумулятор? Очень интересно. Значит, здесь, Роман Валерьевич, иди к нам поближе. Здесь, короче, можно видеть, что установлен генератор уже от другого автомобиля, от более свежей классики. А это копейка 77-го года, и у нее еще стоит вот эта вот штука. Это реле лампочки заряда аккумуляторной батареи. А генератор уже другой, и это все как-то вкрячено по-колхозному. Здесь какие-то провода валяются. Я даже не знаю, что с ними предпринимать. Здесь какие-то провода даже обрезаны. Там вот стоит реле-регулятор, там тоже, да, Сань, проводов нету? Да, на нем нету. Там тоже проводов нету, и когда ключ поворачиваешь, машина заводится, лампочка разрядки аккумулятора горит в полнакала. Короче, здесь какое-то короткое замыкание, дикое. Вот, ну вот как вы видите, здесь с этими проводами надо будет что-то делать. Сейчас искренне непонятно. Вот, но через какое-то время поймем. Еще хочется посмотреть, что нам оставили прошлые хозяева этого автомобиля. Добрые ребята. Роман Валерьевич, иди к нам. Ну, парни из Кингисеппа, вероятно, очень любят бейсбол, но с бейсбольными битами у них проблема, поэтому они делают это палками от швабры. Поскольку мы честные граждане, мы это выкинем. Под ковриками тоже. Так, курение вредит здоровью, это мы не будем пропагандировать. На удивление, на самом деле, пол остался живым. Здесь огромное количество всякого мерзкого влажного говна, это мы все тоже выкинем, высушим, но железо оказалось в порядке, это очень хорошо. Здесь как бы вот эти вот все приборы, что-то дикий какой-то непонятный колхоз, вероятно, что-то с приборной панелью, она погорела. Стояла музыка, но я думаю, что это тоже не имеет смысла восстанавливать, проще вырвать и поставить все заново. Так, дальше. В задних дверях какие няшки. Есть приятные бонусы, вы посмотрите. Парни, когда продавали, сказали, что надо менять тормозные диски, и они их даже отдали. Но, видимо, они купили их давно и не смогли поменять, поэтому немножко заживели. Ну да ладно. Так, дальше. Надо и второй тормозной диск. Причем оригинальный, ладно, деталь. Судя по всему, они бухали. Я нашел тонировку. Нормально, все клеим. Так, тонировка, это все тоже нам не нужно. Задние ковры меня еще интересуют. Здесь, блин, здесь какой-то линолеум тоже. Я вообще не понимаю, нифига вот так сделано. Все это тоже, блин, в воде, короче, впитывает влагу. Все это будем вырывать. И как бы восстанавливать по-человечески. О, так, бонусный трамблер. Тоже бесконтактный зажигание. Ребята, фонд печальки. Фонд печальки, да. Сегодня не сделали, к сожалению, но у нас есть банка стеклянная, трехлитровая. Это фонд печальки, положим туда. Так, меня всегда интересовало, на самом деле, по хозяину машины можно судить по задним сиденьям. Нормальные ребята. Я вот, знаете, что хочу сказать?
Нет, я все понимаю, как бы дело молодое, но, ребята, ну в классике, который внутри воняет тухлятина, это перебор. А, утилизируем, выкинем. Саня, ты что делаешь? Не знаю, здесь волосы, удаляешь провода. Так, теперь бонусы. Слушайте, у нас есть мануал. Смотри, оригинальный мануал 2021-03. Посмотри год выпуска. Год выпуска? Я не знаю. А здесь должно быть? Ну, конечно. Не-не-не, это универсальный. Ну, книга 74-го. А, все. Книга 74-го. Огонь. Так, что еще у нас? Это Google помощь. Саня, смотри, у нас есть тонер новый. Ну, сейчас заклеимся и поедем. Давай лобач закатаем. Так, это что? Это, собственно говоря, вот эти вот. Это подрулевой? Да. Так, пацаны оставили музяку. Магнитолу забрали, музыку оставили. Кстати, здесь какое-то магнитное усиление. Там тоже? Да. Но здесь целый магнитик. Да здесь целый магнитик. Точнее, вот там он разбитый, а здесь он целый. Нет, да? Да. Ну, нет, подожди, подожди. Здесь еще на динамике вот такое дополнительное. Это типа имеет какое-то, не знаю. Короче, парни, если вы знаете, для чего на этой динамике еще магниты, причпокнуты, вы, пожалуйста, об этом скажите, мы будем очень благодарны. Да, и расскажите нам, вот какого мы... центра. Что-то отпало. Домашнего, эти колонки. Кстати, да, это вообще не рад. А, реально, это же от музыкального центра. Да. Угар. Так, ладно, хорошо. Здесь все понятно, пойдем. Подожди, подожди, а ключи тут нет. А, ключи в замке. Все открывается, еще любым ключом. Так, ну здесь тоже беда. В прошлом видео еще, когда ее покупали, показывали, что здесь бы мародеры. Я не могу, мне каждый раз шок вывергает. Ребят, вот те, кто просто в серии не смотрел, я хочу сказать, что вот это вырублено, потому что не помещался глушитель. Глушители они поместили, но вот такие вот, я не знаю, вот это крепление, вот чем можно объяснить вообще? Ну что ты делаешь? Ты нарушаешь целостность конструкции. Сань, не ломай. Не ломай. Значит, ну хорошо, хоть не микрофлекс. Так, вот это, я так понимаю, это что такое? Это какая-то шляпа. Это плафон заднего хода, по-моему, если мне не изменяет память. На 77... Не-не, на 77-го года, они не могли быть такой штуки, какой-то колхоз. Как раз на ней стоят такие штуки, потому что на модели 11-13 вот здесь вот идет один. Ну да-да-да. А ты точно уверен, да? Ну ладно. Так, вот эти вот фонари, вот это вот тоже тема, это походу подсветка заднего номера. Но эту всю штуку мы дезавуируем, потому что неинтересно вообще. Короче, этого быть не должно. Вот я думаю, что... Мы вырежем. Мы вырежем, да, нафиг. И ничего не... делать не будем. Парашют. Не, ну в принципе хуже уже не будет. Не, ну я думаю, как бы мы на самом деле тоже с глушителем не будем париться, просто пол повыше поднимем. Что-нибудь из того железа наварим. Ну и здесь как бы воссоздадим. Здесь, в принципе, я думаю, что... Ну, да, могут быть, конечно, проблемы, но ну ладно. Ну, какие проблемы? Здесь же стяжки. Чуть-чуть, это дрифтовая тачка вообще. Вот, Роман Ильич, смотри. Нарушение целостности конструкции. Так, короче. Что еще? А, еще интересная тема обнаружилась. Дело в том, что поскольку этот автомобиль 77-го года, мы еще при покупке обратили внимание, что нету как бы здесь не замерзайки. Сань, ты что там уже вытаскиваешь на провода-то? Нет, не работает, короче, не замерзайка. Дело в том, что на 77-х годах здесь должен быть вот на этом месте стоять не бачок умывателя с электрическим насосом, и мешок такой, и педалька должна находиться четвертой у ног пассажира, у ног водителя. Вот, но здесь этого, к сожалению, нет. Пока не знаю, что будем предпринимать в этих рамках. Вот это тоже непонятно что. Ну, в общем, резюме такое. Сейчас мы будем вырывать все провода и прокладывать электрику заново. Потому что, ну, как бы выяснять, что где как, абсолютно нереально, не имеет никакого смысла абсолютно. И чем хорошо, что это копейка, и здесь рылюх практически нет. Здесь, по-моему, одна или две рылюхи. Одна рылюха на поворотнике. И вторая еще, на что-то сейчас не помню. Дворники. Дворники, да, и второй люк на дворнике. Все остальное здесь вот на таких вот толстых медных контактах. Это вам не инжекторный таз современный. Здесь всего две реле. Сейчас будем вырывать провода, посмотрим, что к чему. Это какой-то бывший датчик температуры двигателя, но мы все-таки в стоп это все будем стараться установить. Так, это все нахрен. Ты не помнишь, как приборка снимается вообще?
на гребень? Она просто выдергивается, по-моему. Точно? Ну ладно, сейчас. В базаре. Ну да, вообще, владельцы мерседесов, плачьте. А, я понял, почему спидометр не работал. Здесь тросик не перевернут. Ну, короче, ладно. Ребята с руками были. Ребята с руками, да. Приборка. А, смотри, здесь просто дороги перегорели. Ага. А это что? А, так это как раз вот и есть датчик температуры. Здесь просто надо дорогу воссоздать. И все как бы, я не понимаю, вот это зачем было ставить? Зачем было ставить вот этот тюнинг, если надо просто дорожку припаять? Ну тут как бы... Мне кажется, адекватные люди вообще, в принципе, машину на телефон не поменяют. На самом деле, ребята, тачка 77-го года, приборная панель. Пробег 77 тысяч километров. Наверное, какой круг-то? 10-й, наверное, уже? Ну, если не больше. Так, лампочки. Ну, судя по дырке, в багажнике. Судя по дырке... Не, ну мне нужно мародерство еще. Слушайте, я же с лампочками даже не хочу разбираться. Ну, короче, вот это все мы починим, и все будет работать. Так. Я вот хочу в лицо посмотреть электрику, который все это делал. А, точнее, в рожу харкнуть, на самом деле. Сейчас беда какая-то. Так, что теперь? Ну, надо вот эту шляпу отворачивать. Вот эту шляпу отворачивать. Здесь два самореза. Сейчас свернем. Там еще внутреннее где-то что-то. Да, вон болты. Чё, там одного болта нет, вот один болт здесь. Да нет, торпед, мы не будем отстреливать. А это что такое? Это что? Как раз из-за того, что копейка торпеда снимается ровно 2 минуты. А, вот это. А, это на датчик. На датчик. Ой. Это нормально. Мы не сдаемся. Вот, отлично все. Все, смотрите, вот так вот правильно снимается изоляция. Смотри, я, по-моему, сейчас стоковый провод оторвал. Ну ладно, разберемся. Пошли, дадим. Так, короче, все, за отвертку. Такая вот тема. Че Котофей думает о происходящем? По-моему, он немного пребывает в ахуе и не понимает, что вообще происходит. Не, ну мы уже сколько его валерьянкой-то не поили, ему уже пора уже, на самом деле, приход. Ну, сейчас пойду бахну. О, чудо, а дальше, я на самом деле никогда не снимал эту тему с копейки. А, она, оказывается, несложно. Так, В принципе, так же, как и с проводами. Да. Ништяк. Надо, подожди, надо выключатели снять. У меня такое ощущение, есть подозрение, на самом деле, что там была одна кнопка принудительного включения вентилятора. Да, ты думаешь? Да, потому что вентилятор ременной, и он просто заставляет ремень в два раза быстрее крутиться. Так, короче, это все, что-то мне вообще, оба, вытащил. Так. Печка. Засними печку, пожалуйста, я хоть запомню, как это вот эти вот провода, потому что я все время забываю вообще еще по молодости. Синий, желтый, черный. По молодости забывал, как их ставить. Ну, что, по-моему, очень романтично получилось. Сейчас мускулистые пацаны отрежут. Ты только днище, Сань, не прорежь. Аккуратно старайся. Причем, пока мы коврик отрезаем, покажу. Вот заднее сиденье сняли. В принципе, все тоже в боевом, достойном состоянии. Единственное, видно, что тачка уже вязалась, но так это неудивительно. 77-й год. А, есть еще один ништяк. Поменяли тачку на iPhone, а зарядку для iPhone нашли под сиденьем. В общем, потеха. Ну ты даешься, а че, да? Может просто дернуть его нахрен? Надо просто было выдвинуть лезвие. Я предлагаю снять другой проект. Назвать его рукожопой. Да, это всегда успеет. Не переведутся рукожопы. Что ты сделал? Тихо. Это же гадроч. Блядь. Я не понимаю, вот нахрен они так сделали, если здесь линолеум? Мне? Да. Зачем? Я домой заберу просто все. Чё? Домой заберу. На кухне постелю. Сань. Я пошутил. Я понял. Ну хорошо. Слава богу, а то я уже думал, надо Котофея звать. А у него есть бы валерьянка? Котофей, все есть. Сейчас мы. Я являюсь законным представителем этого млекопитающего. Если хотите приобрести линолеум, обращайтесь ко мне. Бутылочка валерьянки, один погонный метр.
Я не могу, Саня, здесь все время что-то. Пожалуйста, я сделаю все, пожалуйста. Не надо, я все сделаю. Все, я не знаю, эта тачка мечтает суицидником. Грибники. Грибники, да, столько всего нашли. Интересно, сколько этих грибники отжали у кого-то. Я не знаю, я не понимаю вообще назначение вот этого влаговпитывания вообще на протяжении. По всей тачке шпитали линолеум, какие-то прокладки вообще, какие-то презервативы, ножи, какие-то таблетки. Беда, короче, какая. Нет, блин, видно, нет монет. Самый лучший в мире предохранитель. 2 рубля. Пипец вообще. Так, этот что, этот живой? Этот живой. Даже преды все целые. Да. На самом деле, я знаешь, что удивляюсь? Как она... 2 рубля. Это Котофей, Роман Валерьевич. Я на самом деле удивляюсь, как она не сгорела, потому что здесь монетка, здесь какие-то провода переломаны вообще напополам, все об кузов трутся. Неудивительно, что ничего не работало, но как она не загорелась, это вообще, конечно, подарок. Короче, разобрали мы здесь всю проводку, к чертовой матери. Ну, не то чтобы разобрали, так практически вырвали. Да, вот этот замечательный проводок шел на этот самый... Гену? Да, на генератор. Ну вот. Все, что можно было, вырвали. Здесь половина проводов была оплавивших, сплавивших между собой. За страсти какие-то, мордасти. Вот примерно вот так вот все это происходило. Здесь что-то перерублено, переломано. Тяжело представить, как вообще здесь что-то работало. Не работало ничего. Вот замок зажигания был, кусочек его. Да, своими усилиями все как бы восстановится. Да, здесь, короче, дорожки перегорели. Вот эти вот придется. Тоже все будет восстановлено. Да, паять-ваять. Сейчас не знаю, сейчас подключим приборку. Я здесь вроде что-то где-то соединил. Если не сгорит, если ничего не сгорит, то будет хорошо. Оп. Ребятам из Кингисеппа отдельный привет. Отдельный привет, респект и уважуха, да. Более того, здесь как бы напрочь отсутствует кнопка. Вот здесь должна быть включение габаритов. Вот, ее нет. Поэтому лампочка априори сразу загорается. Сейчас попробую показать, что тут у нас. Вот она, зараза. При включении зажигания сразу загорается. Фары не включаются, потому что я здесь провод перерезал. И вот здесь тоже такой замечательный тюнинг был колхоз. То есть, когда включаешь кнопку фар, включается сразу дальний. Больше не работает ни хрена. То есть, схему тоже придется собирать заново. С подрулевым вообще отдельная история. Но, несмотря ни на что, даже вот при таком взорванном состоянии, с полной бедой по электрике, автомобиль 77-го года, копейка, может заводиться. С полоборота. Вообще часы. Заводи. Владельцы Range Rover'ов, плачьте, вы посмотрите. Ничего не работает, а оно... Оно заводится и шелестит. Сегодня делать уже вообще ничего не хочется. Вот, надо внимательно изучать электросхему, потому что, ну, тут надо сильно мотать изолентой. Все сделаем. Отдельную благодарность, наверное, объявим ребятам, которые предоставили нам помещение. Да, спасибо. Котофей, который подбадривал нас. Спасибо автоцентру Бикар за то, что вы нас поддерживаете. Почти все доделал. Вот столько вот говна мы выгребли из печальки. Все это вообще какое-то мокрое, ужасное пиво, пиво гондона. Единственное, что мы отсюда заберем, это все-таки Котофея и инструкцию. Остальное все на помойку. Можно, пожалуйста, вот это вот я еще сделаю? Прям мне просто желание.